Супруга знаменитого актера Юрия Соломина, Ольга Николаевна Андрианова, стала для него первой и единственной любовью. Они познакомились во время учебы в театральном училище. Она опоздала на занятия и заняла место рядом с Юрием. Увидев ее, он понял, что с этой красавицей он проживет всю жизнь. Так и получилось. В 65-м году у них родилась дочь Дарья. Его жена – актриса, профессор, заслуженный деятель искусств России. В 57-м году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. Была актрисой московского ТЮЗа. В 70-е годы работала журналистом. Ее статьи печатались в газете «Правда», журналах «Крестьянка», «Наш современник». Повести и очерки собраны в книгу «Белокосовый платок». С 81-го года начала преподавать в ВТУ имени Щепкина «Мастерство актера». С 96-го года художественный руководитель курса совместно с мужем. За годы работы она поставила полтора десятка спектаклей. Она подготовила свыше 200 актеров. Они прожили счастливо вместе до смерти Ольги в 2019 году.